Туя восточная книжка. Туя восточная книжка. Двухлетка. Опять же, 10 сантиметров высота, ну где-то побольше, там еще больше, там где-то по сантиметров по 15 идет. Ну, ссылка будет в описании. Туя восточная книжка растет таким яичком. Растет не раскидисто, как обычная восточная биота. То есть, если вы ее посадите, она растет тоже медленно, тоже сорт хороший. Книжка, ее называют компакт, где джастинка, то есть названий у нее очень много. Но когда люди слышат туя восточная, значит, это сразу считают, а это складчатая, самая высокая, самая такая. Мы сейчас покажем, какая она у нас уже в 20-летнем возрасте. Вот, ну, с сеянцем вы ознакомились, тоже описание, в описании будет ссылка на этот товар. И тоже можно перейти и заказать его. У нас ее в районе 2000 в этой грядке. А сейчас мы вам покажем, какая она на самом деле растет. Вот тут солнце, правда, отсвечивает. Ну вот она. За 20 лет вот она вымахала. Вот сколько вот. То есть это не такой большой рост, как бы я сказал. Ну, сколько? 2-2,5 метра. 2,40 где-то так. Вот там, если можно видеть, там она вот тоже вот росла. Мы из нее сделали изгородь. Можно подойти даже посмотреть. Вот эта ступенька. Вот эта ступенька из обычной туи восточной, то есть биота, которая разляпистая. То есть ее стригешь, нормально все. А вот это уже из книжки. Она более плотная, она более красивая. Здесь стояли три. Я потом, если получится, в видео вставлю фотографию. И вы увидите, как они стояли, красивые, довольно-таки книжки. Ну, на этом, уважаемые друзья, обзор туи восточной книжки закончен. Всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Спасибо.